Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня английский сервер, и давно я уже, честно говоря, не трешую, как раньше, потому что обновление от обновления все скучнее и скучнее играть, потому что все очень быстро заканчивается, все есть. Вот такие вот у нас сегодня плюхи. Решил забрать некоторые плюшки, пооткрывать, почистим сегодня топовый склад. По сути, пока они нам ничего еще такого интересного не добавили. Так, скин я вам уже показывал. На аккаунте подписчика я выбил, показал Хрона новый скин. Поехали, пооткрываем плюшечки. Сегодня почистим немножко склад. Так, это наши форты. Прошлые. Багованные, кстати. 4 осколка с 3 сумок. Это, конечно, эпично. Так. Тут еще дополнительно скины у нас. Тут насвали на скин. Ну, самое интересное вот здесь. Как видите, новая эмблема, точнее чарка, вообще практически не падает. 25 коробок. Я уже не первый раз их открываю, и она вообще ни хрена не падает. Я даже не ролю там уже свои коробки, которые у меня есть в запасе, потому что это дурная трата времени будет, скажем так. Их там около 20 тысяч уже, и это все равно, ну, победный пиромаги. В общем, менять можно. Сейчас посмотрим, что там у меня по расходникам. Так, это у нас вторые. А, я продавал как раз синие кристаллы, поэтому я могу сейчас их открывать. Ну, видите, отсюда неплохо падают плюшечки. Третьи карты. Слизни, которых у меня, кстати, тоже не очень осталось. 139 штук. Бомжуем, короче. Так, поехали дальше. Третье. Ну, отсюда красные падают. Вот по 300. И карты, как видите, тоже очень круто падают. Третье. Хоть могу немножко сундуки открывать. Это радует. Ну, вот сундуки замка. Вот это самая, скажем так, прибыльная и самая выгодная тема. Посмотрите, сколько у нас падает карт смены. Для начальных аккаунтов реально советую. Есть сундуки на рынке, скупайте их. Так, эти можно не открывать. Такс. Шестые, это не надо, это не надо. О, пятых у нас подкопилось. Отлично, поехали. Сейчас немножечко книг. Давно я уже не качаюсь. Да и смысла особо нет, я таких основных прокачал, хочу еще подобивать тех, которых у меня в алтаре нету. И думаю, возможно, гарнизон сделаем. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу гарнизона, будем возвращать, не будем возвращать. Интересно все-таки с гарнизоном, наверное, посмотреть все. В принципе, прокачать тех же самых ронинов, это не составит проблемы. Так, книжечки опять. Ну, с пятых реально очень круто книги идут. Так, 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 что я хотел. Теперь еще плюс чарки забивает у нас склад. А, красные камни. Это делается вот так вот, ребят. Минус. Получили 33 миллиона синих кристаллов. Продали 20 тысяч вот таких вот. Ну, вариантов как бы нет, потому что я не могу открывать из-за этого, к сожалению, дальше сундуки. Вот видите, у меня получается не открывается все. А вот пятые надо скупать. С них, конечно, падают коробки, которые никому уже не нужны. Ну как, я имею в виду донатов. Без донатов они, конечно, нужны, но у кого так аккаунты прокачаны, ну кто вообще донатить, там эти коробки уже без надобности. Раньше мы там, блин, 200 коробок купил, потратил миллион. Это был просто жесть. Сейчас на это смотришь, блин, ну, такое себе. Расходный материал. Жалко, нельзя обратно конвертировать коробку хотя бы за полцены.
Так, окей, открыли. Поехали. Так, это немножко не то. Это с лабиринта у нас осталось. Давайте еще шестые откроем. Сейчас надо будет пойти посмотреть, что там у нас по скинам зданий. Видите, отсюда тоже валят как и желтые камни, так и красные падают. Но посмотрите, сколько здесь. Вот в шестых реально лучше всего коробки доставать и красные камешки. Ну, скины на здание, у меня их там валом. Я их так оставляю, пока не продаю. Пусть себе будут. Места, конечно, они занимают немало, но... Сейчас где-то будет по-любому опять красные кристаллы в потолок уйдут. Самое главное не забрать красные кристаллы с почты. Отлично. Так, ну-ка давайте посмотрим, что там у нас. Блин. Что там у нас по кристалликам? Такс, это синие эти. Где там они? 32 тысячи. А что у меня тут на почте? Видите, 2500. Можно свободно добить, вернуть обратно все. Так, поехали дальше. Вот, кстати, надо пооткрывать красные кристаллы. Очень много красных кристаллов уходит на прокачку прорывов. Плюс 8 миллионов. Немножко вернули. Ну, можно максимум 50 набрать. Но нам не к спеху. Так, окей. Что у нас по книгам получилось? 10 тысяч книг. Хорошо. Скины. Побежали сюда. Ну, не знаю, неинтересно силу качать. Никаких за это плюх особо нет. Так, восьмой уровень. Шахта золота, окей. Ну, тут еще надо будет нормально качать и качать. Бочечки надо качать. Видите, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тоже, кстати, неплохую прибавку они дают. Ну, они в любом случае, они, вот если смотреть, я вам сейчас покажу скины. Вот вроде скины на героев, да, там плюс-минус. Посмотрите скины на здании. 14500, 15700, это, по-моему, самый, а не 16, 335 тысяч кгшек, то есть вот так вот. Так, а ну-ка глянем, что у нас там по скинам. 320, ну это, в принципе, смысла нет, они все равно будут со временем вот отсюда, с этих сумок, их будет все больше и больше падать. Поэтому особо, знаете, где-то спешить, заморачиваться над ними смысла никакого нет. Так, чарка новая здесь у нас продается. 2500. Ну, тоже беспонтово. Ради одной чары брать большой пак смысла никакого нет. Ну, вот это, кстати, пак неплохой. Так, ну это английский сервер, как обычно, здесь полный у нас трэш. Так, поехали. Все можно продавать, оно все равно надо будет, потом только место занимает. Можно на кэгашки его пускать.
Значки почета. Кулаки. Кулаков тоже, кстати, я немало влетел. Получается, желтые камешки. Так, ордена у нас. Ну, скины пусть будут. Вы знаете, что у нас IGG очень любит добавлять в нежданные такие ситуации, когда у тебя есть вроде все и прокачано. Вот 20 тысяч, 13 тысяч. Да, это все девать. Ну вот чары, это, конечно, хорошо. Можно быстро будет себе выбрать то, что тебе надо. Постепенно они тоже, опять же, будут копиться. И они точно так же, как и Apex кристаллы. Вот они сейчас копятся. Я особо там даже не качаю никого уже. Такс. Хорошо, с этим мы разобрались. Карты мы пока не трогаем. Эти сеты мы не продаем. Надо будет, кстати, как-то третьи вот эти вот все сеты, пятые попродавать. Так, что у нас в этих? Ну, тут камешки на смотрителя, я их тоже не могу открывать. Это мы вам под акцию пооткрываем. Так, ну все, 1128 яиц, они тоже могут, если откроем, уйти в перелимит. Окей, поехали, посмотрим, что там у нас сегодня интересного есть. Так, все не откроем, да? Так, вот. Вот этот лимит, о котором я говорил. Самое главное, с дуру не нажать на этот, потому что опять добавятся эти кристаллы, придется опять кому-то качать прорывы. Это самое еморное дело, которое я не люблю. Даже вот так вот не добили. Это ужасно. Так, посмотрим, что у нас тут интересного падает сегодня. В последнее время отсюда убрали карты на архидемона, к сожалению. Да блин, запарили. А, я ж не могу его открыть, он не светится. Я думаю, что за фигня. А вот расходники, видите, отсюда просто сыпят валом. Стирачка, можно опять гильдию переименовать. Так, этот нам не открыт. Так, отлично. Ого, ничего себе. Еще 100 фона дали. Так, что у нас еще есть? Blossom бонус. Ну, поехали, посмотрим, что здесь интересного сегодня. Может, словим какую-то имбу? 150 гемов. Коробка. Гемы. Ну, хоть гемов добавим. Так, я до 10 лямов скоро недалеко. Так, Buy Games Daily Twin, поехали. Жалко, что здесь ничего не меняют. Prime Hero Card дали, так. Вот у нас за покупку. Еще акция. Ничего себе, Disc Knight. Кстати, можно кристаллы будет сейчас убрать, если... Хорошо, нам сейчас будут падать герои. Можно будет просто перезайти. И мы с ними попрощаемся. Кстати, тоже неплохая акция. Гарпия.
Ничего себе. Дракон даже упал. Жесткие пацаны. 51, да, смотрите. Показываю вам фокус-покус. Как избавиться от того, чего вам не надо? Открываете чем побольше с акций. У вас предыдущие просто пропадают в никуда. Черная дыра в ящике, короче, сейчас образуется у нас. Оп, вуаля. И все. Минус там сколько, 10 или 15 тысяч камней. Ну и, конечно, некоторые расходники у нас ушли. Ну, там не особо расходники. Такс. Что там у нас интересного было? Lucky Flipping, Smashing 2. Ну, идем 2 яйца ударим еще. Lucky Flipping, неинтересно играть. А, 4, ничего себе. Prime Hero. Малыш Ник. Prime Hero. И Малтаника. Вот так вот. А вы думали? Давайте, 1500 на удачу. Бум! Dead Drake. Вот такие вот дела, ребятушки. Еще одного дракона получили. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.